Все они, исключая программу «Акулы пера» 97 года, сделаны здесь, в библиотеке Белинского, и Герман Садулаев, и Александр Пантыкин, и Александр Корочич были у нас здесь, выступали, и мы у них вот смогли взять интервью об Илье, а Сан Саныч Пантыкин даже спел. Вот. А сейчас все-таки я хотел бы пригласить живых свидетелей, которые могли бы свидетельствовать о том, что это был за человек. И сегодня все-таки нам бы больше хотелось рассказать о его второй половине его жизни, потому что все связанное, да, все связанное с Наутилусом достаточно хорошо известно, но мы меньше знаем о том, что было после Нау, чем жил, как творил Илья Карамельцев. И я хотел пригласить Евгения Зашихина, чтобы он сказал нам несколько слов.